при обходе газопровода высокого давления диаметр 325 мм обнаружен запах газа. Адрес Чемодановское шоссе без номера, ориентировочный адрес напротив завода «Голд Алюминий». По легенде учений, во время обхода представитель газовой службы выявил запах газа вдоль газопровода большого диаметра. Короткое сообщение в аварийно-диспетчерскую службу и к месту предполагаемой аварии прибывают газовики, пожарные расчеты, медики и представители акимата. Шымкент қаласында қыс 2021 оқу-жаттығу республикалық командалық оқу-жаттығу басталды. Одно из направлений республиканских учений – отработка действий в случае коммунального чрезвычайного происшествия. Учения прошли на территории населенного пункта Турлан-Абайского района. Все службы четко отработали. В городе с начала года произошло 12 похожих аварий. И хотя в этот раз специалисты ликвидировали утечку и восстановили подачу газа за полчаса, в реальности на это уходит больше времени. Похожие аварии происходят по разным причинам. В результате ДТП, проведения земельных работ, мы делаем все, чтобы максимально быстро восстановить газоснабжение. Но иногда эти работы требуют дополнительного времени. По легенде учения обошлось без жертв. На самом же деле, в случае таких вот утечек, последствия могут оказаться самыми плачевными. А потому специалисты призывают, почувствовали запах газа, звоните в 104. И ни в коем случае самостоятельно не проверяйте места возможной утечки. Не рискуйте жизнями близких.